Привет, друзья! Рад вас видеть на моем канале. Сегодня мы погружаемся в мир комфорта и тепла с водонагревателем Ariston. Разберем его ключевые функции, плюсы и минусы, а также узнаем, что делает его особенным. Готовы к уютному обзору? Тогда поехали! Все ссылки на товар, как всегда, ждут вас в описании под видео. Первое, что бросается в глаза, это аккуратный и современный дизайн. Корпус выполнен из прочного металла, а его элегантный белый цвет добавляет устройству эстетичности, позволяя ему легко вписаться в любой интерьер. Размеры водонагревателя тоже приятно удивляют. Высота 781 мм, ширина 511, глубина всего 275 мм. Это позволяет разместить его даже в условиях ограниченного пространства. Весит он 15,5 килограмма, вполне подъемно для установки, но достаточно тяжел для того, чтобы чувствовать его надежность. Электрический кабель длиной 1 метр добавляет немного гибкости в плане размещения, но все-таки может понадобиться удлинитель, в зависимости от расположения розетки. Так что, друзья, этот водонагреватель не только функциональная, но и стильная вещь для вашего дома. Не забудьте заглянуть в описание под видео, где вас ждут ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, чтобы приобрести его по выгодной цене. Теперь давайте окунемся в особенности водонагревателя Ariston. Начнем с того, что перед нами накопительная модель, что значит горячая вода всегда под рукой, когда она вам нужна. Способ нагрева здесь электрический, так что подключение к газу или другим источникам топлива вам не понадобится. Внутри водонагревателя скрыт приличный объем, целых 50 литров, что подойдет для семьи средней величины. Мощность устройства составляет 2 кВт, что оптимально для быстрого нагрева воды. Хоть режим нагрева здесь один, зато надежный, ничего лишнего. Только горячая вода без заморочек с настройками. И что особенно приятно, весь объем воды нагревается за 1 час 10 минут. При условии повышения температуры на 45 градусов Цельсия. Что касается установки, то этот водонагреватель рассчитан на настенный монтаж в вертикальном положении. Такой способ установки помогает экономить пространство и делает его удобным для размещения в ванной комнате или на кухне. Этот Ariston действительно практичное и удобное решение для вашего дома. Я внимательно изучил отзывы владельцев и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Сначала поговорим о минусах. Отсутствует крепеж. Температура воды неравномерная. Короткий кабель. Теперь о плюсах, которые особенно понравились покупателям. Быстро греет. Отлично держит температуру. Компактный. Экономичный. Нержавеющий бак. Простота обслуживания. Скорость нагрева. Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, обзор был полезен и помог вам лучше понять, что из себя представляет водонагреватель Ariston. Напоминаю, что все ссылки на магазины и скидочный промокод вы найдете в описании под видео. Обязательно делитесь своим мнением об этой модели в комментариях. Всегда интересно узнать, что вы думаете. А если хотите быть в курсе новых обзоров, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До новых встреч, друзья, и пусть ваш дом всегда будет теплым и уютным.